Здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала. С вами Кристина, и мы продолжаем играть в нашу замечательную игру, которая называется Шерлок Холмс, Дэвилс Доктор. Что ж, сейчас нам нужно пробраться во двор. Мы следовали за тем мужчиной на вот этой карете, и теперь нам нужно какой-то найти способ, как туда зайти. Так, вот эти ворота вроде бы можно открыть. Нет. Заперто. Так. Вот я, значит, заметила, что здесь забор разрушен немного. И, может, мы сможем достать, допрыгнуть. Так. Отлично. Главное, чтобы нас никто не увидел. Так, надо быть осторожными. Здесь окно. Вау, куча ценных вещей. Coat of arms. Герб, он может пригодиться мистеру Холмсу. Я его зарисую. Так. I can't see what's inside. Я не могу заглянуть внутрь. I can't see what's inside. It's too dangerous to enter. Так, вот он стоит. Здесь живут только двое. Жаль, что один из них не я. Двое мужчин, у них какие-то мешки. Сумки с едой. Мне нравится этот дом. Нужно рассказать мистеру Холмсу, пора выбираться, пока нас не поймали. Так, скорее. Сейчас отправимся к мистеру Холмсу и все расскажем ему. Не так уж много мы, конечно, увидели, но все же это Холмсу может быть очень полезной информацией. История Уиггинса довольно необычная. Что вы будете делать с теми, что он обнаружил? Изучите рисунок Уиггинса. Уиггинс проделал хорошую работу. Так, изучить рисунок. Давайте посмотрим на него, где он. Рисунок герба сделан Уиггинсом. Так, пойдемте, значит, на... Holmes, we need to help poor Tom. Нам нужно помочь бедному Тому. Так, как мы можем изучить? Где мы можем изучить архив? Нам нужен архив. Вот. Так. Давайте откроем. Смерть Уильяма Гамильтона. Стрельба в Лондоне. Взрыв подземки. Армия спасения. Создается в Лондоне. Это мне не подойдет. Так, ладно, тогда не энциклопедия, давайте еще газету смотрим. Так, почему ничего не показывается?
That's not the one I need. Так, нашли. Герб семьи Марш. В настоящее время представителем семьи является лорд Эдвард Марш, известный меценат. Он снабжает бедняков Уайт-Чапелла едой, теплой одеждой и прочим. Лорд Марш также известен как соучредитель программы специальной подготовки, позволяющей бедным людям получить образование. Лорд Марш проживает в Лондоне на Мейнсбери, Руат, дом 3. Так, нам нужно... Here it is. Вот здесь. Отправиться туда. So this man и этот человек, лорд Марш, ха. Лорд, который вертится возле кабака. Нанесем визит лорду Маршу. Сделаем вид, что заинтересовались его благотворительностью. Мистер Холмс, у вас посетитель. О, скажите ему подождать. Боюсь, это невозможно. Эта юная леди отказывается ждать. Что? Ты не расскажешь, Господи, а что они так быстро говорят-то? Давайте скажем, возможно, если будет опасно, Ватсон будет ревновать. Так. Ну, давайте так скажем. Только если будет опасность для жизни. Right, ладно, тогда развлекайтесь, я пойду разберу вещи. Поможете мне, мисс Хадсон? Такая озорная девчонка. Brave Toby. Best nose in the British Empire. Что, стоит с ним поговорить? It's wonderful to have Kate. Замечательно, что Кейт у нас дома. Так, ладно, давайте тогда отправимся. Туда, куда нам нужно расследовать дальше наше дело. What can I do for you, Mr. Holmes? What can I do for you, Mr. Holmes? Так, где кареты? Так, вот, значит, дом Херста, дом Марша. Подождите-ка. Он сказал, что где-то там ошивается. Едем.
Ну вот, приехали. Holmes, about Holmes, по поводу Кейтлин. Yes? Что? She has grown, она подросла, не так ли? Вы не думаете, что пора ей рассказать? Рассказать о чем, Ватсон? Well, about her father. О ее отце. Never. Никогда. Absolutely точно never. Никогда. Вы слышите Holmes, меня? Холмс, вы виновны в смерти ее отца. Вы задолжали ей правду. Она достаточно взрослая. Я ее потеряю. Can't you see that? She must never know, Watson. Is that clear? Это понятно. It won't and can't happen. Не должно случиться. Ничего себе, что выяснилось? Что мы виновны в смерти отца этой девочки? Ладно, давайте уже постучим в этот дом. Пообщаемся. Come in, с вашим, входите, пожалуйста. Добрый день, Good day, джентльмен. Добро пожаловать в мой дом. Чем я могу вам помочь? Good day to you, Lord Marsh. Добрый день, лорд Марш. Меня зовут Шерлок Холмс, а это мой друг и коллега доктор Ватсон. Так, сейчас будем осматривать его. Красные глаза. Недостаток сна. Плохо себя чувствует. Недостаток сна. Кольцо. Состоятельное. Одеяло. Болен. Что-то скрывает. Болен. Ну-ка, а если мы, допустим... Может, он плохо себя чувствует? Он болен. Похоже на... грипп, может, или что-то. Чай. Пилюли. Сильная болеутоляющая. Так, блокнот, рецепт блюда, личный помощник лорда. Так, это доктор. А, член охотничьего клуба. Врач, стетоскоп. Может быть, я не все посмотрела. Робин Фишер, молодой человек, 25 лет. От роду и уже личный врач с хорошим образованием и манерами. Член охотничьего клуба. Одежда указывает на неплохой достаток. Робин Фишер не только врач, но и личный помощник лорда Марша. Так, давайте спросим тогда. Надеюсь, мы вам не помешали? Вы сейчас с доктором? Yes, this is да, Dr. это доктор Робин Фишер. But no, please, I'm intrigued by your visit, Mr. Holmes. I'm glad to hear it. The last thing I'd wish is to upset the patient. Lord Marsh, can I just say that I admire all of your efforts in assisting the poor of London? Yes, it is a war that we must fight on our streets and now too from my home. You must surely have noticed those bags full of items, clothing and books for the unfortunate. That is inspirational. At my own humble level, I too try my best to support those in need. I thought perhaps that I could be of some assistance. I don't see why not. I already have the valuable assistance of Dr. Fisher, who happens to be my personal physician. Я узнал ваше лицо.
Так. Давайте скажем вот этот вариант. Forgive me, прошу Lord прощения, Marsh. You're looking very pale. Но вы очень бледны. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. Это очень but I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? Как долго вас I'm fine, Dr. Watson. Don't fuss. It's only influenza. I'll be better in a few days. I can feel it already. Так, и мы говорим ему. In that case, why are you taking such powerful painkillers? Excuse me, what do you mean? Mr. Holmes is referring to the pills on your table. I'm sorry, but that's a medical confidentiality. Я узнал ваше лицо. It's curious. Это удивительно, но ваше Your лицо кажется мне знакомым, доктор. Me, доктор. Только почему-то Oddly, I'm associating it with Whitechapel. Well done. Превосходно, you are right. I do occasionally frequent a few hostelries over there, would you believe it? Можете себе представить, не то, что I'm a drinker. Был пьяницей, но там в одежде рабочего я могу подойти к некоторым парням и спросить, желают ли они сделать кое-что особенное. May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes, but also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Так. Мне кажется, что он занервничал сильно, да, когда мы его... Когда мы ему сказали, что видели его. Мне кажется, что он что-то скрывает. А мне кажется, что они оба что-то скрывают. Despite my title, yes. I have to share my home with these bags full of... Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Так, ладно, давайте немножко посмотрим. Lord Marsh, на охоте с друзьями. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Всему свое время, мой лорд. Last year, в прошлом году трое сирот поступили в медицинский колледж. Thanks to Lord Marsh Благодаря and лорду Маршу и его программе program, специальной great подготовки many poor people многие бедняки получили в своей жизни второй шанс. Thanks to Lord... Так, так, Lord... это я уже посмотрела, да? Last year, three or... Lord Marsh even helps hospitals. A provision dealing with the paupers of Whitechapel. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Aid for the paupers of Lambeth Workhouse. Aid for the paupers of Lambeth. Humanitarian aid for an orphanage. It's extremely honorable to devote one's whole life to assisting the poor. Так, возможно, что и так, конечно, все, но нам нужно разыскать пропавшего человека. Для этого нужно все очень внимательно проверять. Так, завалено все тут, не пройти. Капуста. Bags full of food. Сумки с едой. It's closed. Закрыто. Так. It appears that Lord Marsh spent Получается, a great deal Lord of his money Marsh on aiding the poor. Получается, что Лорд Марш потратил немало денег на помощь беднякам. Так, вы уж простите, что мы тут
разгулялись у вас тут? I'm intrigued by the special education program. Специального обучения. I've never seen so many provisions for the poor, для бедняков, and certainly not in a lord's house. В доме лорда. Так, а что если нам самим тут пройтись? В прошлый раз тут мальчик наш немножечко исследовал это местечко. It's shut tight. В принципе, ничего такого полезного, да? У лорда Марша диагностирована простуда, однако его болезнь выглядит гораздо серьезнее. На столе лорда Марша стоит коробочка с сильным обезболивающим. В общем-то, мы тут все осмотрели. Last year, three. Lord Marsh, hunting. Документ с печатью. Лорд Марш. Вот список избранных участников для программы специальной подготовки в октябре. Выглядит многообещающе. Не могу дождаться. Патрик Таннер, Томас Келли, Джон Строубридж, Уильям Тэтчер, Реджинальд Степл. Никогда не слышал. Никогда не слышал об этом человеке. Джон Строубридж, я видел это имя на листовке. Он разыскивается. Так, вот у нас зацепки, значит, появились зацепки. Я не вполне понимаю, осознаете ли вы число людей, которые обязаны вам жизни? Не смущайте меня, мистер Холмс. But indeed, но верно то, что эти люди like стали для меня чем-то вроде семьи. Это очень большая семья, как мне кажется. Ха, да, список окажется длиннее его лучшего рассказа. Настолько длинный, только Фишер ведет запись. Можно нам взглянуть на список? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I shall take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best. Likewise, Mr. Holmes. Так, секунду, что-то можно было сюда. Найдите пару связанных улик и получите дедуктивный вывод. Ну так, вроде мы все посмотрели. Давайте теперь отправимся к мальчику. Попробуем с ним поговорить, рассказать ему, что мы узнали. Так, значит, мальчик, дом Хирста. Thank you.
Так, вот он ждет нас. Мистер Холмс, мистер Холмс, вы что-нибудь узнали о моем отце? Том, Том, not so fast. Не так быстро. Я хотел спросить, ты не помнишь, твой отец говорил что-нибудь о программе специального обучения? Программе обучения? Нет, он только говорил о особенной работе. Что это за ящик, Том? О, точно, я только что его нашел, мистер Холмс. Он был так хорошо спрятан, не знаю почему. Отлично, мой мальчик. Он может нам очень помочь. Какой-то ключик есть, мы забрали ключик. Ramrod to clean a rifle. Шампунь для чистки. Ramrod to clean a rifle. Шампунь для чистки. Ramrod to clean a rifle. Значок. Это кажется. Wolfjack. Looks like a military badge. Джек похож на армейский жетон. This oil can also be used on weapons. Том, does your father own a rifle? У твоего отца было оружие? Ружье? Нет. Если бы было, он бы мне его показал. Уверен, что он не стал бы показывать тебе. Мне нужно найти это ружье. Так, давайте, значит, включим нашу способность. Способность. Почему только здесь? Ведро. Давайте подойдем сюда. Опа. Это тряпочка. Мокрая или грязная тряпочка. Этим куском ткани смазывали ружье. Том, does your father have any other property? У твоего отца есть еще что-нибудь? Нет, по крайней мере, я не знаю. I have to take Toby. Мне нужно взять Тоби. He'll take a sniff of the oil. Запах масла, и мы найдем ружье. Так. Надо взять пса. И отправиться сюда обратно. Ладно, бежим за псом. Так. Холмс, we need to help бедному Тому. Так, значит, берем песика. Come on, Toby. Давай, it's time Тоби, for you to пора заработать на твое содержание. Watson, I prefer to visit Lord Marsh. Я бы хотел навестить лорда Марша. About the condition of his health. Меня беспокоит его здоровье. Так. I prefer to visit Lord Marsh. I'm worried about the condition of his health. Сейчас мы, конечно, к нему сходим, только нам нужно сначала найти ружье. Вот мы взяли пса. Поедем к Тому. Вот он. Какой красивый. Thank you.
Search, Toby. Search. Ищи, Тоби, ищи. Теперь мы играем за этого Тоби. Надо же, играть за пса это так необычно. Пойдемте попробуем найти след. Так, тут два следа, да? Какой-то сарайчик. Это лишь садовый сарай. Так, ну разве в сарае он не мог спрятать? Ладно, давайте тогда пойдем по другому следу. Возможно, что он туда заходил, потом перенес в другое место. Так, это... О, это... Саженцы какие-то, но здесь ничего нет. Так, вот сюда. Что у нас здесь? Brave Toby. Славный Тоби, best known in the British Empire. Империи. Так, ладно, у нас есть как раз ключ, мы нашли эту дверь. Дверь ведет в подвал этого здания. Видимо, он хорошо позаботился о том, чтобы спрятать как хорошенько это оружие. Nothing that could interest me. People use this cellar for storage. Ну, этот подвал как склад, ну. Just some old things. Несколько старых вещей. И все? Old things. Старье. Ordinary storage. Обычный склад. О, вот это Tom's его photograph. Фотография Тома. Let's try to get inside. Попробуем проникнуть внутрь. Так, значит, сейчас используйте правильные отмычки, чтобы поднять пластины и освободить путь засова. Так, правильные отмычки. А, так. There's no space for this lockpick. There's no space for this lockpick. О, отлично. Здесь он хранил их вещи.
News clippings on lords and the education program. Why are they here? Зачем они здесь? Лорд Мардж совместно с друзьями лордом Харрингтоном и лордом Коллинсом основали программу специальной подготовки, помогая беднякам улучшить свою жизнь и обрести уверенность в будущем. Эти трое джентльменов, безусловно, повышают уровень развития нашего общества. Статья из газеты. Прощальное письмо. Дорогой Том, если ты читаешь это письмо, значит, меня нет в живых. Мне жаль, что все закончилось вот так, но у меня не было иного выхода. Ты должен об этом знать. Ты очень смышленый мальчик, и я тобой горжусь. Надеюсь, однажды ты меня поймешь и сможешь простить. Сынок, я очень тебя люблю, не печалься и постарайся быть счастливым. Ты станешь взрослым, и это произойдет скорее, чем ты думаешь. Ты не останешься один, мы с мамой будем присматривать за тобой с небес. Твой любящий папа. Почему же он написал такое письмо? Это так ужасно. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. Что мы нашли ранее? This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strawbridge is missing. John Strawbridge. Let's compare them with people from Hearst documents. Кто указан в документах Херста? I don't think so. I should pay more attention to details. Так, подождите-ка. This man appears in both documents. Этот человек есть в обеих документах. Тэтчер. Келли. Танер. Все люди из документов Марша отмечены и подписаны в бумагах Джорджа Херста. Так. Что же нам это дает? Так, нашли что-то.
Ну-ка. Джордж Херст не знал, что у него нет шансов вернуться с особенной работы, поэтому он написал прощальное письмо Тому. Джордж Херст написал прощальное письмо, но не отдал его Тому. Есть шанс, что он жив. Возможно, что так. Он думал, допустим, что все-таки надежда, значит, есть действительно так. Последний шанс. Так. Дорогой Джордж, я понимаю тебя, и это так печально. Как и ты, я не могу найти работу, даже самую простую. Моим детям нечего есть. Когда я пытаюсь куда-то устроиться, хозяева сразу говорят, что не желают, чтобы люди с травмами работали на них. Наша военная служба ничего не стоит. Наша страна использовала нас на войне, а теперь бросила нас. Никому ничего не надо. Твой друг Джек. Вот это и есть пулики. This case must have been full of cartridges. В этом кейсе, наверное, было полно патронов. Патроны. Приказ именем Ее Королевского Величества, Королевы Виктории, Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, я, Фредерик Рассел Бернем, майор британской армии, объявляю, страна выражает благодарность Джорджу Херсту, честному солдату Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, за его храбрую военную службу. Британская армия настоящим награждает его медалью за безупречную службу и принимает отставку в связи с растениями, полученными во время службы. Майор Фредерик Рассел Бернем. A map of Epping Forest. Карта леса Эппинг. A map of Epping Forest. Искать в архиве. Нам нужно армейский значок найти в архив. Мы отправляемся сейчас домой и посмотрим, что в этом архиве есть. Пока не будем ничего мальчику говорить. Будем его искать своего отца. Давайте посмотрим архив. Так, значки и медали, да? Вольф Джек. Наполовину волк, наполовину заяц. Так называли себя скауты Ловата. Скауты Ловата официально были первым отрядом снайперов британской армии. Так, ну вот что значит. Значит, он был снайпером. Here it is. Вот здесь. Так. Смотрим, значит. Настоящий Ловат. Джордж Херст входил в группу стрелков-скаутов Ловата. Так, это патроны. На стенде что-то было. Ага, вот видите, значит, ружье
было на этом стенде? There was a rifle. Здесь была винтовка. Джордж Херст взял ее с собой. Так. Ага. Так, вот нашли, значит. Особенно работа Джорджа Херста, несомненно, связана с насилием, поскольку он взял с собой ружье. Вот мы открыли новую подсказку. Так. О, вот еще одну подсказку открываем, значит. Исчезновение. Все участники программы специальной подготовки из группы S исчезли. Ничего себе особенная работа. Еще, значит. Так. Нет. Так, вот еще открыли. Смотрим сюда. Пробраться в дом Марша. Проберитесь в дом лорда Марша и разузнайте побольше о программе специальной подготовки. Что ж, отлично. У нас появилось задание. Нам нужно пробраться в дом Марша.